Больше антипрививочников, меньше антипрививочников. Этот комментарий из соцсетей коротко описывает суть вакцинации, ведь непривитые люди – суть пища для вируса. Чем меньше людей с иммунитетом, тем больше еды для вируса и тем активнее его эволюция. Это подтверждает новый всплеск заражений. Начинают болеть молодые, что для нас очень прискорбно. Беременные женщины, дети, и если в предыдущие две волны мы видели небольшое количество тяжелых пациентов в этой категории, то сейчас ситуация начинает меняться. Теперь не работает аргумент «моя прививка, мое здоровье». Иммунитет одного становится частью коллективного иммунитета. И прослойка вакцинированных создает защитный барьер для тех немногих, кто по медицинским показаниям не может обзавестись спутником. Выходит, если здоровый человек принимает решение не прививаться, он берет на себя ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье маленьких детей, беременных женщин, аллергиков. Здесь вопрос, может, сомнения в качестве прививки обоснованы? Не обоснованы, говорят эксперты. Смущает, конечно, то, что очень быстро, да, вот как-то быстро, неожиданно, и в общем, но мы говорим о том, что технология, на которой основано внедрение вот всех вариантов вакцин, которые сейчас официально разрешены, она разрабатывалась годами. Вакцина «Спутник Ви» – это вектор, то есть аденовирус, лишенный способности размножаться. В его состав встраивают так называемый S-белок от коронавируса. То есть человек от прививки не заболевает самим коронавирусом. Но как только вектор проникает в клетку вакцинированного, начинает вырабатываться иммунитет. То, что спутник безопасен и, главное, эффективен, доказано. Результаты исследований на почти 20 тысячах добровольцах, опубликованные в международной, рецензируемой научной прессе. Оценка ее эффективности, безопасности, результаты исследования оценки эффективности были написаны, опубликованы в журнале Lancet, да, это признанные медицинские журналы, и, собственно говоря, результаты исследований также признаны. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах мира, и она там используется. Этим странам нет нужды скрывать статистику. Они купили вакцину и хотят проверить, что купленный товар действует согласно заявленным на упаковке характеристикам. Показателен Минздрав Аргентины. Согласно их данным, хотя бы одна доза вакцины «Спутник Ви» снижает смертность от коронавируса на 70-80%, а две дозы – на 90%. Выбирать вам. По данным вирусологов, коронавирус никуда не отступил, и он голоден. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.